Всем привет, с вами Гизма. Сегодня мы поговорим про донат в игре Dragon Knight 2 на RBK Games. Донат здесь довольно-таки умеренный. Что вы можете за него купить? Что дает VIP? В этом гайде я вам сейчас расскажу. Начнем с VIP. VIP дает довольно-таки неплохие привилегии. Плюс награды за повышение VIP. Допустим, VIP первый, вам на него требуется всего 100 монет. Вот. Дает он вам сразу комплект 20 уровня. То есть на первых уровнях довольно-таки будет неплохо. Плюс можно будет купить за донат там сколько всего за 18 реалов. Купить награду, которая стоит 32 реала в общем. Ну и так далее по випам. Вот. Соответственно, чем выше вип, тем больше привилегий вы будете получать. И, соответственно, награды за сам вип. Вот. По випам я расскажу в следующем гайде более подробно. Но сейчас вернемся к донату дальше. Чтобы пополнить счет, вам необходимо нажать такую кнопку, вот вверху находится, перейти к платежам и пополнить. Здесь идет один к одному пополнение, то есть 100 РБК монет вы получите 100 реалов и также получите 100 очков опыта VIP. Но если вы покупаете уже от 500 РБК монет, тратите на покупку реалов, то вам дается уже какой процент. В данном случае, вот если 500 берете, то 3%, если 1000, 8% и так далее. Здесь уже смотрите сами, что вам лучше, какое делать пополнение. Иной раз выгоднее сделать, допустим, маленькие пополнения, нежели сделать то же пополнение там на 1000, на 500 и выше. Сейчас я вам объясню почему. Первое — это бутылки. В данных бутылках есть задание пополнить на 300 РБК монет, на 300 реалов сделать пополнение, и вы получите дополнительно там реалы наградных реалов и немного ресурсов. Соответственно, смотрим, если вы пополняете на 300 плюс 150 на халяву, итого у вас выходит 450. Это намного выгоднее, чем брать те же 500 монет и получать каких-то из них 3%. Тем самым, если вы планируете в один день закинуть довольно-таки кругленькую сумму, то я вам советую делать платеж не выше 3000. Это потому, что всего можно взять 10 бутылок, соответственно, насобирать 10 бутылок, которые будут давать вам награду, ну, 10 бутылок с заданием пополнения на 300 реалов, итого выходит 10 на 300, итого 3000. Больше здесь уже как бы смысла нету закладывать. Также здесь есть события. Стандартно ежедневно это первое пополнение, то есть максимально это 2400. Далее это игровые, нет, не игровые события. Так, что-то я потерял маленько. Вот новейшие события, они в основном одинаковые, за исключением того, что здесь даются либо крылья, вот будут, либо на развитие крыльев, либо маунтов, либо эльфов и так далее. То есть здесь также нету смысла тратить больше 3000. Ну, получите вот за вклад в 5000 реалов вот такую небольшую награду. Ну, смысла, думаю, нету. Можно собрать довольно-таки неплохую награду только за 3000. Также подарок за обмен. Но это уже за пополнение. Также достаточно там даже 2000+, чтобы, допустим, получить вот эти временные. Далее. Все остальное по донату вы уже смотрите сами.
То есть будет здесь все зависеть от самих событий. Ну, это вот я вам рассказал сейчас те события, которые идут ежедневно, но есть циклические события, которые проходят раз в день, раз в месяц, там, ой, раз в день, раз в неделю, раз в месяц, там, два раза в неделю, два раза в месяц, неважно. То есть перед тем, как пополнить, вы проглядываете все события, которые появились, смотрите, какое именно пополнение вам делать, каким объемом это будет пополнение, потому что были события, где необходимо было сделать единоразовый платеж на 100 и единоразовый платеж на 1000 реалов. И там награды были довольно-таки существенные. Также есть события вот испытания храбрых. Здесь за прохождение данного испытания у вас открываются ресурсы в магазине, вот такие, на которые вы можете купить, где вы можете купить с большой скидкой ресурсы. То есть изначально первая скидка идет 90%. Видим, да, допустим, 5 единиц маунта за 5 реалов всего лишь. То есть можно также копить реалы, их никуда не тратить, ждать данного события и скупать большими количествами данные ресурсы. На этом по донату все. Это все. Здесь было сейчас рассказано все самое основное, что есть в донате. Все остальное желательно копите реалы, мой вам совет. Смотрите события, в которые вы можете вложиться максимум реалов и вынести максимум выгоды, допустим, такие же, как я сейчас рассказывал, да? Где он потерял? А, я заблудился. Блин, значков, конечно. А, вот, испытание храбрых. Допустим, есть такое событие, появилось как дворец. Ну, здесь расход идет 200 реалов. Ну, и за 200 реалов, допустим, 10 ходов, ну, вытащите вы там, допустим, 400 книг. Фиг с ним, 400 книг вы вытащите. За них вы не толком ничего не получите, за эти 400 книг, поэтому, думаю, не стоит сюда вкладываться. Также смотрите по остальным событиям, и будет все хорошо. На этом у меня все. С вами был Гизмо. Видео подготовлено специально для канала РБК Games в YouTube. Также заходите в группу контакта РБК Games, участвуйте в конкурсах. Всем спасибо. До свидания.